Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас месяц января, это значит, что уже совсем чуть-чуть у нас осталось, буквально выпусков там 5 до мая. Май и июль мы как бы совместим, скорее всего, если мы дойдем до финала Лиги Чемпионов, то один матч мы уже, естественно, заберем. Последний выпуск, подведение итогов будет. Так что мы будем верить, что третий сезон для нас будет последним в карьере за канал. Пока что мы все, ну, равномерно идем. Второй сезон мы полностью провели в английской премьер-лиге и Лиге Европы. Это тоже замечательно, что мы сразу и из чемпионшипа в премьер-лигу вышли и в Лигу Европы. Вот, ну и с третьего сезона мы участвуем уже в Лиге Чемпионов. Давайте поговорим, какие у нас сегодня матчи. Матчи сегодня действительно интересные. 1:32 в Кубке Англии против Роттерхэма. Потом 5 числа и 26 января будет у нас полуфинал Кубка Карабао. Против Манчестер Сити серьезные соперники, от них мы и будем, вот от них, именно от Сити, наверное, только вот в этом месяце отталкиваться. Дальше у нас будет выездная игра против Кристал Пэласа, мы здесь вторым составом отыграем. Домашняя игра против Лестера здесь, скорее всего, первым. Против Борнмута дома будем играть вторым, ну и вторым также на выезде против Бернли. Ну а потом там уже снова как раз игра против Сити. Ну а потом уже там и Лига Чемпионов со следующего выпуска будет стартовать плей-офф у нас. Итак, вторым составом, как я и сказал, будем играть сейчас против Роттерхэма. Также у нас трансферное окно сегодня открыто. Так что глянем, глянем, конечно, что нам вообще сделать. В центр трансферов мы тоже сейчас зайдем. Ну и что? Я даже не знаю, кого нам здесь бы подписывать. Пока что время есть, если что, я подумаю. Вот. Но если смотреть по второму именно составу, то проблемы здесь у нас. Это левый защитник. Вот. Потому что, не знаю даже, как сказать. Либо центральный. Но центральный я бы не сказал, что прям здесь проблема. Но вот 78, самый низкий рейтинг в нашей команде. Вот. Вова у нас 80-го рейтинга, поэтому если он скоро даже и восстановится, то у нас будет Мишин, Джики, Шмельков, Сироткин. Значит, Казанский точно уйдет в аренду, потому что Полина его уже обогнала. Так что ее мы удалим из списка аренды. Так, Бурников у нас никак не убирается пока. Ну, так что будем, значит, искать какого-нибудь хорошего левого защитника, либо российского, либо вообще вот без понятия. Давайте поищем за гражданством сразу. Ну и вот, нашли уже Леон Классен. Первый вариант Коченков, это уже Регин. Кирилл Набабкин, 35 лет, он еще даже не завершает карьеру. И Михаил Лысов из Брэнфорда. Вот, ему 23. Но я даже не знаю. Может быть, другого какого-нибудь мы найдем. Левого защитника. Хорошего. Причем мы играли в Лиге Чемпионов против Порту и против Локомотива. Так что мы зайдем сейчас в Лигу Чемпионов. Найдем и Локомотив, и Порту. Порту я еще не промахнулся. Локомотив, давайте с них и начнем. Именно по оценке. Вот, найдем сейчас левого защитника. Тимур Коченков, на самом деле у них лучший. Это Регин, вот, как я и говорил. Рейтинг, к сожалению, мы не знаем, но ему 17 лет. Ну, я не знаю, даже если мы и глянем, что по нему вообще можно смотреть, то вряд ли у него рейтинг будет выше, чем у нашего Романа Трушечкина. Поэтому давайте сейчас мы Порту глянем. Порт-то уж точно должны быть хорошие. Вилсон Манафа, 61. 27 лет ему. Вот. Так что давайте тоже зайдем, глянем. Порту вылетели в Лигу Европы. Снова второй сезон. Ну, как мы знаем, они будут играть снова там. Поэтому сейчас мы глянем. Ну вот, Уилсон Манафа. Я скажу следить. 18 дней, надеюсь, успеют. Вот, ну а здесь видите сами, что больше левых защитников и нету в составе Порто.
Без проблем я могу зайти еще и в ПСЖ, потому что денег, я надеюсь, у нас может быть и хватит на игрока ПСЖ, именно левого защитника. Я не знаю, кто у них там, конечно, слева в защите играет, но глянем. Бекер, его точно не было. Марсело играет 81. Вот. Виталий Миколенко. Вот Миколенко играл, я тоже скажу за ним следить. Рикардо Родригес, но здесь это как-то уже. Даже мне кажется, Марсело намного лучше было подписать. У него как раз здесь контракт заканчивается. Не знаю даже. Добавим, если что, в список. Вот, Марсело. Как легенду клуба Мадридского Реала добавим, если что, посмотрим. Насчет ним также вот Рикардо Родригес. У него 80. Но он помоложе, и обоих левая нога. Но этот и дороже из-за своего возраста, скорее всего, на 4 года он моложе Марсела. Ну и Миколенко тоже будем ждать. Так что в любом случае, в конце где-нибудь мы подпишем сейчас левого защитника, скорее всего, из ПСЖ. Вот. Посмотрим, если что. Ну, сразу давайте уже без лишних разговоров перемещаемся к выездному матчу против Роттерхэма. У них замечательная такая форма на Арсенал, немного похожа. Вторым составом играем, поехали. Итак, замечательный стадион команды Роттерхэм. Мы сегодня в 1/32 Кубке Англии. Два сезона подряд, друзья, мы выигрываем с вами Кубок Англии. Было просто невероятное ощущение, потому что это наш первый трофей был в составе Престона в чемпионшипе, мы его еще завоевали с вами. И сегодня играем в 1/32. Роттерхэм Юнайтед против Престона. Поехали. А вот и Вяткин. Да даже Скворцов сейчас не забивает и забил все-таки со второй попытки. Ковырнул все-таки этот мяч. Отлично. 1-0. Скворцов. Ой-ой-ой, это штрафной. Это штрафной. Очень близкий. Сколько там? Точно штрафных мельников больше, поэтому он и пробьет сейчас. 20 метров до ворот. Мне кажется, это точно будет гол. Главное, чтобы сейчас Кристину не попал. И забивает Мельников со штрафного. Отлично. 2-0, 57-я минута. И Мельников забивает вроде уже второй. Это его гол со штрафного в карьере. Вроде как он забивал уже со штрафного. Не помню, кому только. Очень хороший сейчас прям гол получился. Мы в там финишинг попали. И хорошо там метку навели. Вот здесь вот посмотрите. Прям аккуратно влетело. Чуть бы левее, правее, и либо выше, все, уже попало бы в каркас. Но Мельников забивает свой первый гол, кстати, в Кубке Англии. Поздравляем его с этим. И какой хороший сейчас удар. Я не понимаю, почему Кривохарченко сейчас как-то так не отбил. Я хочу на это еще раз посмотреть. Не дотянулся просто. Да и удар не такой сильный прям был. Ну это чисто из-за Кривохарченко. Он у себя этот сухой матч забрал сам. Айвазян. На пустые, на Скворцова. Это 3-1, 83-я минута. Отлично. Забивает Скворцов сегодня дубль. И этот дубль помогает нам выйти в 1/16. И забивает. Забивает Роттерхэм нам на 91-й минуте. 2-3. Провалилась полностью сейчас оборона. Но, слава богу, что мы в один мяч все-таки их уже обыгрывали. И сейчас должны выиграть, конечно. И все, минимальная победа Престона над Роттерхэмом. Отлично, 3-2. Ужасная, конечно, игра в обороне, но победа есть победа. Ну и Скворцов лучший игрок матча. Ну что ж, давайте пообщаемся с игроками. У нас 4 сообщения. Скворцов говорит за то, что верю в него. Полина говорит, хорошо, что передумали. Головин, что-то говорит, что не попадает в состав. Ну и Мельников благодарит. Итак, давайте проведем тренировку. Так, кого у нас здесь нет, получается? Вингеров нету. Иксова, что, в аренду забрали все-таки, да? Ну да, же первое число. Так что, не знаю даже, что здесь прокачать. Скорость рывка 99 у Сара. Я бы ситуацию в атаке бы ему бы лучше прокачал. Кривохарченко 84-го рейтинга становится. Но я сказал, Кривохарченко до 85-го. И качаем дальше Довню. Хотя Довня там сам по себе уже 86-й сделал рейтинг. Вот. Ну и сейчас будет очень важный матч. Мы обыгрывали Сити. Со счетом 2-1 вроде у себя дома в премьер-лиге.
Единственное поражение мы им нанесли в премьер-лиге. Вот. Поэтому сейчас Куба Карабао. Играем первый матч дома. Так, у нас, кстати, рейтинг повысился, 70 теперь стал. Но раз мы все-таки решили с вами подписывать левого защитника, давайте сразу Трушечкина в аренду выставлю, чтобы уже за него были какие-то предложения. Потому что он так на банке будет просто сидеть. Нам это тоже не надо. Пусть качается хоть где-нибудь. Вот так вот выглядит наша форма на сегодняшний матч. Пасмурно на стадионе. Поехали. Так, разминаются наши игроки. Надеюсь, у нас сегодня все получится. Зобнин, Миранчук, Головин, Сар в кругу стоят. Надеюсь, надеюсь, друзья. Все у нас должно получиться. Стерлинг, Ляпорте, Бернарду Сильва. Ну и какого-то паренька в центре гоняют. Куба Карабао, полуфинал. Мы вроде до такой далекой стадии не заходили. Вот. Но сейчас двухматчевое противостояние против Сити. Сразу же нам серьезного соперника кидают. Лидера английской премьер-лиги сейчас. Поехали. Козлов отдает на Буренкова хорошую передачу. Буренков. И Головин с прострельной передачей от Буренкова забивает это 1-0. Отлично. То есть, по сути, я так понимаю, что если бы мы бы не теряли очки с Ливерпулем, там, с Тоттенхэмом, еще со слабыми командами, то мы бы без проблем бы сейчас выигрывали бы английскую премьер-лигу, были бы на первой строчке, потому что мы без проблем можем забивать вот сейчас именно Манчестер Сити. И забивает все-таки Бернарду Сильва. Аж мяч даже вылетел от такого мощного удара. Но здесь вообще ничего нельзя было сказать. Пустые зоны. Козлов на Головина. Ну здесь-то хотя бы забивает. Отлично. 44-я минута. Головин забивает дубль. Вот она. Вот она наша сила в хороших полузащитниках, которые могут не только начать атаку, выдать мяч на нападающих, но и сами замкнуть эту передачу. Ну вот так Головин с голевой от Козлова. И Головин забивает хэт-трик. Засчитали? Засчитали. Отлично. Сейчас в очень хорошую контратаку вышли. Я думал, когда за Козлова сейчас отдавал передачу на Головина, что будет в офсайд. Но нет, засчитали. Отлично. Классный момент, классный гол. И отлично. Миранчук делает счет 4-1, 82-я минута. Все. Это полный разгром сейчас для Сити. Я надеюсь, у нас получится очень уверенно еще и на выезде против них отыграть. Верю просто в это. Очень здесь хорошо прям разыграли. Зобнин хорошую голевую отдал. Ну и Миранчук забивает. Отлично. И все. Разгромная победа Престона над Манчестер Сити 4-1. Головин забирает свой мяч. За 5 ударов 3 мяча он забил. Очень красивый матч сегодня получился у нас. Выдающийся 10-0 оценка у Головина. И всего лишь вот этот единственный удар от Сити, он и залетел. Это вот более всего обиднее. Но ничего, это же все-таки футбол. Всякое бывает. Кривохарченко контракт заканчивает. Ой-ой-ой. Сейчас Кривохарченко могут в Лейпциг забрать. Это вообще обидно. Так, Трушечкин в аренду, да-да-да, мне нужно чаще играть. Мельников говорит. Довня, спасибо, что прислушались. Но я вообще не знаю, я сейчас не смогу переподписать контракт с Кривохарченко. Вообще не понимаю, но он... Что-то вот обидно, сейчас потеряем Кривохарченко. Я так понимаю, он останется уж точно, так что нам надо будет... смотрим, другая Луниным интересуется. Вот, если сейчас у нас заберут Кривохарченко, то мы будем верить, что в этом сезоне у нас получится выиграть Лигу Чемпионов. Тогда мы даже не будем в четвертом сезоне больше как-то... Ну, не будем даже играть четвертый сезон, потому что мы сделаем задачу, которую я и хотел выиграть Лигу Чемпионов с таким составом. Поэтому, если Кривохарченко заберут, но он уйдет только в четвертом сезоне в начале. Так, ой, какая симуляция-то сейчас? Вы чего? То будет все нормально. Ну что же, сейчас у нас выездной матч против Кристал Пэласа. Посмотрим. Ну, мы сейчас играем, естественно, вторым составом, потому что первым мы сейчас играли против Манчестер Сити. Дождь на стадионе. Поехали. Так, дождь на стадионе в Англии, это практически никого не удивить этим погодным явлением. Надеюсь, футбол сегодня у нас получится интересный. Кристал Пэлас тоже команда
Мастера Вита есть пара классных игроков, которые до сих пор остались в команде, не покидают. Я так надеюсь, что они не покинули. Вилфред Заа, например, интересный нападающий. Но сейчас, я так вижу, его здесь нету. Но посмотрим, как мы отыграем. Кристал Пэлас Престон, АПЛ, поехали. И вот Мишин, отличная передача на Романа Скворцова. И тот левой ногой забивает. Отлично. 1-0. 57-я минута. Мы выходим вперед на выезде. Супер. И забивает все-таки Илью Нуси. 65-я минута. Это счет 1-1. И забивает Делла Фео. Выпустили мы его не зря. 87-я минута. 2-1. Отлично. Хороший сейчас забег получился. Мы сейчас только что могли сами пропустить. Но благодаря казанскому парашютик от игрока Кристал Пэласа не прошел. И все. Хороший кросс сейчас показался. ДЛФ, вот этот забег просто невероятен. Минимальная победа Престона над Кристал Пэласом. Очень тяжелая была сейчас борьба, конечно. Но 3 очка мы забираем с собой. После этого очень дождливого матча. Мало что получалось. Только во втором тайме смогли мы счет открыть. И выиграть матч. Итак, Ливерпуль обыгрывает Тоттенхэм, кстати. Поздравляем с этим. Челси тоже теряет очки против Вулверхэмптона. Так что мы-то набираем очки как раз свои. Будем надеяться, что и Сити могут потерять еще. Кривохарченко уходит. Об этом через 6 месяцев. То есть с 4 сезона он от нас уходит. Если мы выигрываем Лигу Чемпионов в этом сезоне, то все у нас будет замечательно. И не понадобится нам продолжать 4 сезон. И так далее, как, ну, понимаете, в общем, про что я. Так что будем пытаться выиграть Лигу Чемпионов. Если не получится, будем проводить четвертый сезон. Там уже полсезона постараемся как-то отыграть без Кривохарченко. И потом уже через полсезона мы можем его, получается, забрать. Если деньги, конечно, отвалим. А так они его бесплатно, естественно, сейчас забирают, я так понял. Вот сейчас мы, если зайдем, увидим с вами. Да, переходит в Лейпциг, трансферное окно, бесплатно он уходит. Вот такие вот дела. Призовый фонд турнира мы... Так, Рамакер, кстати, предложение по трансферу в Тоттенхэм. Хочет его забрать за 44 миллиона 700 тысяч. Призов фонд нам за Кубок Англии 150 тысяч там добавили. И все-таки нам еще и придется здесь играть. Так что первый... Первый, второй. Значит, против Лестера придется на вторым составом играть. Вот такие вот дела. Надеюсь, спустя неделю отдохнули игроки. Вот. Ну вот, Сток Сити нам поставили в месяц январь. Наш плотный график. Придется играть. А Пулиш переходит в Вольсбург. Верати переходит в Манчестер Сити. Так что здесь прям идет такое хорошее усиление. Кейн уже забил 21 мяч за 22 тура. Практически каждую игру он забивает. Но сейчас у нас все так же, да, второй получает состав, играет против Лестера. Посмотрим, как у нас получится против них отыграть. Играем дома, туман на стадионе, поехали. Итак, туман на стадионе, игра против Лестера, играем вторым составом, потому что у нас следующая игра против Борнмута, дальше Сток Сити, потом Манчестер Сити. Мы лишь бы сейчас с Манчестер Сити отыграть первым составом, поэтому мы играем сейчас вторым. Кривохарченко официально объявил, что будет уходить, подписал он предконтрактное соглашение с РБ Лейпцигом, и он бесплатно, как свободный агент, через 6 месяцев уйдет. Вот такие вот дела. Печальные, конечно, но мы постараемся выиграть Лигу Чемпионов, чтобы в составе был еще и Кривохарченко. Ну, так, спокойно, Кривохарченко замечательно. Нет, ну нет, Пьонтек все-таки забивает. Пьонтек забивает, Кривохарченко потащил первый удар, но рикошетом мяч отлетел сразу к нападающему Лестера. И вот Пьонтек. И он забивает второй. 77-я минута. Мы проигрываем сейчас Лестеру у себя дома со счетом 2-0. Дубль от Кшиштофа Пьонтека. Хороший момент Делла Фео. И забивает это 2-1. 80-я минута. Козлов свеженький, только что вот вышел. Прессингуют его. Но он дальше с мячом. И забивает Козлов. 88-я, 2-2. Отлично. Вот это камбэк, друзья. Есть еще 2 минуты. Можем что-то хотя бы постараться сделать. Козлов невероятную игру сейчас показал.
Отлично, это все. Ничья, друзья, у нас с Лестером 2-2, 95-я минута. И все, ничья 2-2. Обидно, конечно, терять очки. Играли еще и вторым составом, и я буду даже думать, чтобы убирать Сергея Кривохарченко из состава. Ливерпуль обыгрывает Саутгемптон 2-1, Сити обыгрывает Норвич 2-0. Итак, потеря очков серьезная, теперь мы на 8 очков отстаем от Манчестер Сити. Обидно, конечно, но все равно должно было когда-то это случиться. Но все равно на 2 очка мы обгоняем Челси, вторая строчка чисто за нами. Так что победы даже над Сити еще одной мало будет что-то из себя представлять. Так, окончательный отчет Виталий Микаленко, Вилсон Мафана и Марсело. Ньюкасл может сейчас договориться с ним. Манафа 7-6, Микаленко 7-6. Поэтому давайте все-таки подпишу сейчас Марсело, потому что мне кажется, дух Лиги Чемпионов, он все-таки многократный обладатель Лиги Чемпионов. Я думаю, у нас должно получиться обсудить переход. А что, только сейчас можно? То есть я серьезно сейчас не могу просто так. Ну, это понятно, это обидно, что я только через полсезона могу подписать, но это мне не надо. Я тогда завершаю переговоры. Вот, потому что, но так мне игрок такого уровня типа не нужен сейчас, а не через полсезона. Вот. Что насчет Виталия Миколенко, ну он 7-6 и также Манафа 7-6. Ну вот. Есть Валеха, в принципе. Он у нас есть в списке. Мы сейчас. Так, я же могу, да, сразу так добавить и посмотреть. Он только центрального защитника может отыгрывать. Так что если мы его подпишем, надо глянуть, готовы ли у нас какие-то либо игроки сыграть на позиции левого защитника. Тот же Джики. Посмотрим сейчас. Так, ЛЗ, ЛЗ, ЛЗ. Джики только ЦЗшник, к сожалению. Новиков, вот, кстати, он хоть и в аренде, но это все равно это не то, абсолютно не то. Но если что, мы подпишем Вальеха, можем его поставить действительно на левого защитника. Левые защитники там вроде должны с правой ногой быть. Сейчас мы глянем Вальеха. Вальеха правая нога, так что я надеюсь, у него получится. Это еще один игрок из Уотфорда, получается, третий уже, и еще один легионер. Ну что ж, попробуем. Нет, мы начнем переговоры с клубом, но походу у меня есть 36 миллионов 600. Раз я бы мог заплатить за него отступные. Мы попробуем договориться. Хотя нет, у меня бы не было. Предложим, да, давайте 20 миллионов. Так, ну это уже ближе. За 22 миллиона договорился с Уотфордом. Так, ну и теперь получаем предложение уже личное с контрактом. Важный игрок, да, действительно, с таким рейтингом он точно у нас будет важным. 3 года. Принимаем. Отступные. Без них замечательно все. Ну и теперь вот контракт. Я даже не знаю сколько, но 40 ему будет достаточно. 1000 евро в неделю. Все, на 40 он готов. На 8,5 он понизил свою зарплату. Так. Ну и теперь переходим, я даже не знаю, к какому составу, но здесь Ромакер у нас 81, поэтому давайте все-таки будем. Вот Джики, левая нога. Я даже не знаю, но мне кажется, левая все-таки тяжело будет здесь ему вписываться, поэтому я бы лучше бы именно Вальеха сюда поставил бы справа. Он вообще с левого защитника сделал именно Вальеха. Поэтому вот так вот. Посмотрим, посмотрим, потому что сейчас у нас игра первым составом, чуть попозже мы глянем, как будут они отыгрывать. Вот,
Даже Шмельков тот же 79-м рейтинга у нас сейчас играет в первом составе, но мы именно купили левого защитника, напоминаю, не правого. Сейчас у нас игра против Борнмута, играем первым, естественно, составом, посещаем пресс-конференцию. Ну что ж, вот он наш первый состав, хоть и Козлов со Скворцовым сравнялись в рейтинге, все равно пока что у нас Козлов будет в первом составе. А Престон против Борнмута, интересная, мне кажется, будет сейчас игра, ясно на стадионе, поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Сегодня игра против Бормута, и я теперь уже даже как-то побаиваюсь выпускать Кривохарченко в стартовом составе, потому что, ну вот, три мяча он пропустил за последние две игры. Козлов неплохо на Миранчука, и Миранчук забивает отлично, 1-0, мы уходим вперед против Бормута, супер. Козлов. Отлично, он сейчас поборолся и отобрал мяч у центрального защитника Борнмута и забивает, и это счет уже 2-0, мы обыгрываем дома Борнмут, супер. Делофео протаскивает мяч, удары, это 3-0, вот так вот мы громим сейчас Борнмут у себя дома, супер. И вот уже все мои игроки первого состава раскрылись. Мы абсолютно вот этим составом бы первым были готовы выиграть и Лигу Чемпионов, я надеюсь. И забивает все-таки Данжума на 85-й минуте, Довня пропускает, но он первый тайм отыграл великолепно, это может быть и атака наша великолепно отыграла, раз мы 3-0 вели, но этот гол абсолютно ничего не решает. И все, уходит мяч, друзья, со счетом 3-1 заканчивается матч, мы побеждаем дома Борнмут. Ну и теперь будет игра у нас против Сток-Сити в Кубке Англии, будем играть вторым составом. Так, смотрим, что здесь по матчам. Челси выиграет 4-0. Тоттенхэм 3-1. Другая команда интересуется Марсело. И Марсело... Все, он в Бетис, походу, переходит, Марсело. Поэтому вот такие вот дела. Но мы все равно подписали Вальеха. Да. Вот. Валенсия Карвахаля подписали. Здесь что-то про Бетис ничего не говорят, что они забрали Марсело. Ну ладно. Сейчас у нас игра против Сток-Сити. Играем первым составом. Обновлен вот ежемесячный отчет у нас как раз по игрокам. Колумбия предлагает стать тренером сборной. Мы отклоняем. Миранчуком интересуется Алексеем Хоффенхайм. Ну, здесь уже особо роли не играет Алексей. У нас есть Антон. Очень тоже хорошо выступает за нас. Жарков. И никого, никого мы не берем к нам в клуб, к сожалению. В академию даже, если быть точнее. Ну что же, вторым составом мы сейчас играем против Сток-Сити. Дам, давайте еще последний вот шанс Кривохарченко, посмотрим, как он отыграет. Вот. Либи на стадионе, поехали. Разминаются наши игроки перед матчем 1-16 Кубка Англии. Играем мы против Сток-Сити. Я дам последний шанс Сергею Кривохарченко. Тем более он уходит от нас с 4-го сезона. Мы его не будем видеть. Так, и это пенальти. Отлично зарабатывает Матвей. Против Сток-Сити мы играли вроде вообще в каждом сезоне. В первом чемпионшипе с ними встречались. Так, мячу к мячу подходит. Мишин у него 86. Либо можно я себе все-таки уже дам постараться забить. Хотя не-не-не-не. Потом будете писать, что я не реализовал ничего. Давайте Матвеем в левый нижний пробьем. Отлично! Ух, за двух штанг еще залетает. Я уже думал, все, запороли. Но нет, Матвей Мишин у нас очень хорошо исполняет пенальти. И пропускает. Пропускает Кривохарченко. И для меня это, естественно, сигнал, что, скорее всего, все, это последний его шанс. У нас следующая игра против Манчестер Сити как раз. Там уже точно будет Довгни играть. Ну, а дальше я буду выпускать, скорее всего, Довгню со вторым даже составом. Потому что, ну, такая игра Сергея Кривохарченко. Скворцов. На Мельникова. Отлично, Мельников. Мельников 2-1 делает. Отлично. 26-я минута. Снова мы впереди. Не быстро, конечно. Недолго, точнее, вот. Недолго праздновали игроки Сток-Сити, что получилось с них сравнять. Буквально через 4 минуты Максим Мельников
выводит вперед Престон, и Престон снова выигрывает по ходу сегодняшнего матча. Скворцов. И что там? Скворцову желтую дают, а что за моментом был? Не офсайд же? Вообще момент не показали. Штрафной, отлично. Это еще и штрафной мы зарабатываем. Хорошо. Можно я себе позволить? Все-таки счет 3-1. У меня голов так мало, я надеюсь. Никто не будет против. И я забиваю со штрафного, друзья. Спасибо большое, кто верил. И я сам себе разрешил забить этот штрафной, потому что голов у меня и так очень мало за все сезоны. Чаще всего играю не через себя, а через команду. Очень хорошо здесь получилось. И пропускаем. Жуалин забивает. 3-2 счет. И сам Кривохарченко уже понимает, что мы уже даже бесплатно действительно были. Вот сейчас и готовы отдать его в Лейпциг. Все. Для меня уже точно Кривохарченко, как вратарь нашей команды, я его больше не собираюсь видеть. Вот. Будет, значит, сидеть на банке. И пропускает. Пропускает он снова. Кривохарченко, ты где вообще сейчас? На воротах или где? И я забиваю дубль. Все, 84-я минута. 88-я, извиняюсь. Это четвертый гол у нас. Я забиваю сегодня дубль. Очень хорошо получилось разыграть. Наконец у меня получилось забить с игры. Не со стандарта, с какого-то. Все супер. Очень хорошо здесь прям получилось. Дрэкбэк еще назад. И в ближний угол залетает. Все, Кривохарченко, я готов его прямо сейчас даже контракт с ним расторгнуть, чтобы он уже переезжал в Лейпциг, тренировался там с командой, но, видите, я его точно уже не могу в нашей команде. И все, минимальная победа Престона над Сток-Сити, мы выходим в 1/8 Кубка Англии, еле-еле, на последних минутах у меня получилось забить, очень ужасная игра. Я лучший игрок матча, наконец-то, долго я этого очень ждал, супер. Разговор с игроками, вот Добни как раз говорит, если он не будет чаще играть, все, теперь ты будешь абсолютно все матчи у нас отыгрывать, потому что Кривохарченко я вообще убираю из состава, все. Мне абсолютно не нравится, как он играет, это просто днищенский футбол, причем Кривохарченко первый у нас вроде как игрок, который отправился в сборную России, вот. В этом году у нас как раз еще и чемпионат мира идет здесь, 2022 года. Провалили сборная России чемпионат Европы, заняла третью строчку, ни одного мяча вроде там не забила, я не помню. Ну и ни одного матча насухо не отыграли. Сейчас у нас, я не помню, там последний это матч или нет. Нет, еще у нас игра против Бернли, поэтому сейчас у нас игра против Манчестер Сити. Давайте проведем пресс-конференцию. Играем на выезде, играем в нашей желтой выездной форме, а не в своей, естественно, домашней. Ясно на стадионе, поехали. Итак, мы играем на Этихаде. Здесь вот Головин с Зобниным немножко так разминаются. Очень, конечно, непривычно их видеть в такой, да тем более еще оранжевой форме на таком великолепном стадионе Этихаде. Ну что же, здесь нас разнесли. Здесь самое наше громкое было поражение 5-1 от Сити во втором сезоне. Наш первый был матч против них. Вот. В Суперкубке мы их и обыграли, допустим, 4-2 вроде как. Но вот именно в Премьер-лиге они нас разнесли со счетом 5-1. Посмотрим. Прошел уже практически полтора года после того матча. Мы уже и выиграли Лигу Европы. Очень хорошо Де Ла Фео сейчас. И забивает Головин. Это 1-0. И мы забиваем на выезде. Теперь уже 5-1 в сумме. Супер. Опасный момент. И пропускает и Довбня тоже. Жезус сравнивает счет сегодняшнего матча. Теперь у нас 5-2 в общей сумме. Коль в штрафную. А Козлов делает еще 2-1. 6-2 в общей сумме. И сейчас надо забивать. Получается, если забьет 4 Сити, будет счет 6-6 в общей сумме. Но мы-то 2 мяча забили на выезде, а они только один. Поэтому надо 5 мячей сейчас забивать Манчестеру Сити. Тогда они смогут выиграть. Подача на Головина. Какой гол! 3-1. Снова забивает Головин. Замечательная игра. На Козлова замечательно идет заброс. Против него Ляпорте. Все, вылетел. До свидания. До свидания. Это 4-1, друзья. 4-1. Мы забиваем 4 мяча. Ну, с таким же счетом мы обыгрывали Сити именно в прошлом матче со счетом 4-1. Так что мы повторили.
Сейчас, если забить, друзья, еще один мяч, у нас на это есть время, то мы просто отквитаем то наше поражение со счетом 5-1 на этом стадионе. Я надеюсь. 8-2 в общей сумме мы проходим в финал Кубка Карабао. В двух матчах мы по 4-1 разложили Сити. Не получилось, конечно, отквитать то поражение. 5-1 на этом стадионе. 4-1 мы только смогли их обыграть. Ладно. Тоже результат 9,6 оценка у Головина. Но финал проходит Ливерпуль. Мы с ними сыграли в ничью один раз в этом сезоне, поэтому я не знаю, как они будут играть. Приходит нам 5 сообщений. Полное выздоровление Владимира Мишина. Отлично. Спасибо за то, что верите, говорит нам Скворцов. Фарамакер ценит. Мельников благодарит. Все замечательно. Все замечательно у нас складывается. Раз у нас вернулся в строй Мишин, ну здесь 2 недели ему осталось, так что он будет постепенно возвращаться. У нас Мишин, Джики, Шмельков и Сироткина во втором строе, поэтому я Казанского выставляю в аренду, поэтому чтобы не мешался, так сказать, ну и практику тоже получал определенную. Мельников, предложение по трансферу. Мадридский Реал предлагает за Максима 53 миллиона 800 тысяч евро. Мы отклоняем. В 19 лет рейтинг иметь 83, просто чума. Вот. Ну и Казанский говорит, что действительно не прочь было бы ему пойти в аренду. Так, ну как я и сказал, даже отсюда, из главного экрана убираю Кривохарченко. Ставлю Довню сюда. Все, будет Довня у нас теперь на всех матчах. В Довне я более чем уверен. Вот такой у нас состав. Посещаем пресс-конференцию. Может быть, сейчас что-то не так выйдет, конечно, потому что атака намного сильнее у первого состава, нежели чем у второго. Поэтому, но это все равно улучшение для нас второго состава, чтобы и оборона хорошо играла, и стоял надежный голкипер. Ну что же, выездная игра у нас против Бернли. Вот, после победы над Сити играем вторым составом. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Бернли. Сейчас у нас выездная игра. Последняя игра в сегодняшнем выпуске. Мы заканчиваем на этом январский выпуск третьего сезона. Ну что же, играем против Бернли вторым составом. Рафаэль Леао в составе, игрок Милана. Ну и также Довни у нас сегодня на воротах. И Довня, естественно, пропускает. А Рафаэль Ляо, здесь бы и Кривохарченко, и Довня, вот, видите, тоже пропустил. Поэтому очень тяжело сейчас было оборона. Значит, все-таки не в Кривохарченко действительно дело, а в обороне. Скворцов, замечательно. Хорошо все. И Скворцов делает счет 1-1, 28-я минута. Отлично. И снова, да что это вообще за прострелы такие на Ляо? Я не понимаю. Что за читерская такая игра? Скворцов. Делает счет 2-2. Дубль Скворцова на дубль Леао. Отлично. Получается хотя бы сравнивать, слава богу. Надо теперь наконец-то выйти уже вперед в этом матче. Мишин. И Мишин делает счет 3-2. 42-я минута. Отлично. Теперь уже выигрываем. Наконец-то мы вышли вперед. Очень, очень прям голевой такой первый тайм. Болельщикам повезло, что пришли на этот матч. И Мельников с левой ноги забивает, делает счет 4-2. Отличная у нас сейчас игра. И забивает нам Ляо, серьезно? Ляо забивает хэт-трик нам сейчас. Ляо забивает хэт-трик. Но счет-то 4-3, это ладно. Но то, что Ляо забил хэт-трик нам. И все, друзья. Минимальная победа над Бернли. Ляо пусть и получает свой мяч за этот матч. Но 4-3 наша все равно победа. Очень мощный был сейчас матч. Ливерпуль обыгрывает Кристал Пэлас. Юнайтед играет ничью с Лестером. Сити обыгрывает 5-0 Вулверхэмптон. Ну что ж, проводим тренировку сейчас и будем заканчивать на этом видеоролике. Кстати, надо нам Кривохарченко убрать с тренировок. Потому что, ну а зачем? Будем Довню лучше качать, нежели чем его. Ну, Довня тоже. Это значит, все-таки не в Довне дело. Хотя он в очень мощных моментах вытаскивал мячи. Поэтому, скорее всего, это очень плохо у нас играет именно оборона, нежели чем сам голкипер. Нам приходит сообщение Сироткина в Лион за 31 миллион. Но она у нас даже не в аренду выставлена. Вот поэтому мы отклоняем предложение. Еще одно предложение сейчас.
Казанский. В Валенсию на один сезон нет. На полсезона мы сейчас будем договариваться с Денисом. Ну, точнее, с Валенсией. Чтобы краткосрочная была аренда. Ну, Валенсия тоже очень хороший прям чемпионат. И команда в Испании. Вообще супер будет все для него. Вот, будут они там, скорее всего, бороться за топ-3. Хотя там с Атлетико, Барселоной и Реалом очень трудно бороться, конечно. Но посмотрим. Еще одно предложение по Буренкову из Лестера пришло. 38 400 предложили за него. Еще одно предложение за 3 часа до конца. Казанский сдан в аренду. Отлично. Поздравляем его. Будем следить за Валенсией. Вот. Ну а трушечки нам не получилось отдать в аренду, к сожалению. Ежемесячный отчет давайте глянем. Здесь у нас только вот Лагунов, но и пока что он еще не проходит по нашим рейтингам, по нашим критериям. Так, изменения в расписании. Что-то нам... Это Кубок Англии, значит. С кем мы будем играть? С Ливерпулем. Это что? Это финал Кубка Карабао. Не надо путать. С Кристал Пэласом в 1/8 будем Кубка Англии играть. Вот, замечательно. Так, здесь мы все сделали. Теперь тренировка. Убираем отсюда мы Кривохарченко и ставим Довбню. Вот так вот. Я бы еще сейчас бы посмотрел, а не стоит ли нам вместо кого-то, вместо Скворцова качать. Но здесь Козлов есть. Давайте я бы Козлова бы лучше качал, потому что он все-таки у нас в первом составе. Вот. Скворцов так много прокачался. Хватит ему. Вот. Ну и все, друзья, заканчиваем именно на этом месте. Мы начинается у нас следующий выпуск матча с Манчестер Сити. Тяжело будет, конечно, у нас 8 очков отставания до них, можем сделать минимум в 5. Ну а дальше уже дело за Сити, потому что сейчас, если я гляну, они ни одного матча не проиграли, только вот нам. Единственное и все. Ни ничью, они все, вот видите, одно поражение только вот от нас. Все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.